Главные события дня на информационном видеопортале ТВ Тверь. Развязку открыли, проезд закрыли. Перевозчики перестали заезжать в Медное. Жители села вынуждены пешком добираться до своих домов. Ситуация безвыходная, но зато безопасная. Вон оттуда идти. И здесь еще какое расстояние? Он обязательно вернется. Случаев заболевания гриппом в Тверской области пока не выявлено. Но специалисты прогнозируют рост числа инфицированных уже в ближайшие недели. В прошлом году нас в это время уже волна накрыла. Жить стало лучше, жить стало веселей. Тверскому театру кукол подарили новый гастрольный автобус. Вместе со всей труппой он будет нести искусство массы. Мы везем волшебство!